В Уфе столкнулись Range Rover, Mitsubishi и троллейбус. По сообщению очевидца, ДТП произошло в Затоне, после Сафроновского моста у остановки Речная. К месту ДТП прибыла карета скорой помощи. Очевидно, в аварии есть пострадавшие. На трассе М5 произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW и двух автоцистерн. По словам сотрудников ГИБДД, ДТП произошло на 1359 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 32-летний водитель из Свердловска за рулем BMW столкнулся с двумя автоцистернами. Одну задел по касательной, другую протаранил в лоб. Он и его пассажир были госпитализированы с серьезными травмами. В соцсетях появилось фото и видео аварии. По сообщению очевидцев, ДТП создало 7-километровую пробку в обе стороны от места происшествия. Также пользователи соцсетей заявляют, что один из пострадавших находится в реанимации, второй получил перелом таза, сообщает сайт proofu.ru. В Уфе на Демской дороге машина чудом избежала столкновения. Дорога была скользкая настолько, что Volkswagen Polo заносит сразу же, едва он начинает маневр перестроения. Впрочем, водителю чудом удается избежать ДТП, лавируя на скользкой дороге в плотном потоке машин. Затем он останавливается на обочине, сообщает сайт proofu.ru.